Йыл 150 кубометрам авиа кэджакичэн страдан яшэнэра дичэльмэджэк. Автономиянан яшэнэра савашэрлар аз газ якма, 150 кубометра и гечмэмэ. Варфидан ар буду эрсэн нюэт, я бьяну топланэр. Газу топлаэм зэнэлэм, а бу вар корай, ют я бьяну. А улчэндэ вар, вот, савашэрсэнан нарнэсэтмэ куртмадэ, улсэн наш якма шовай. Даджи плиткой, плиты, они имя япма. Ты бы нам кое-лал гвар. Зареорда гиберплитка янбер. Яны, возможно, азым манжа пишсин. Гичан айчин 3100 ле гельды ведеме. Шинды ене паула джек, квитанции, так аблет медикама чок блерман гельджек. 2000 пришло, потом 500 они сняли. 1500 мы заплатили. Ну, еще плюс вода, свет, интернет. И выходит 2000. 2000 ле гельді гечан ай ічін. 500 чекардылар да 1500 юдедік. Бұна еклінер паалар, су шавки чін да бүтінден 2000 ле ев кошулары ічін чекар. Зор гелер. Все зарплата уходит на услуги. Сложно. Сколько получил? 1000 ле получила за газ? 1000 ле газ ічін каблеттім. Пенсия да 1600. Все гидерім 700 ле компенсация каблетмі. Помощь. Муж умер. Осталась одна, мне вообще ничего не хватает. Молдовада дуал газына па январин бірінден калықты. Аналитик энергетика орында Сергей Тафилатса и ранее компенсация девлеттен карарлы тачок страдан ешені радейні. В основном эти компенсации направлены на что? На первые 150 кубов. Вот малоимущее население. Варулан компенсациялар йылк 150 кубометра верілер. Ояшэннэрын тачуына дорудулар. Бен сайыр мани хүкіметлін берілен компенсациялар дуалгазын урына палары юртерлер. Они вполне покрывают вот этот рост. Если потребление у нас 50-200 кубов. Те, кто потребляют больше, они могут есть позволить себе. Гетердер сакуларын зане энергетикая контарлаян миллет агентствасы дуал газына пайы калдырды. Январин 11-ден 15 лей 18 баня 1 кубометра ичин. Светлана Димитрогла, Влад Табачук, Артем Топал, ГРТ Хаберлер.